Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Виктория, и я приветствую вас на канале «Семена Алтая». Сегодня мы находимся на одном из наших опытных полей, где мы завершаем высадку наших новых роз эксклюзивной коллекции. В ассортименте нашей компании есть огромное количество роз всевозможных групп. Однако наши клиенты постоянно хотят новых сортов, видеть на своих участках потрясающие красивые розы. И я спешу поделиться с вами радостью, что мы это сделали. И в этом году мы закладываем розарий с новыми эксклюзивными сортами, которые будут очень особенные. В нашей компании все немного волшебники, и за пару секунд мы сможем переместиться во времени и увидеть наши шикарные, потрясающие новые розы, эксклюзивные линейки, и посмотрим, чем же они так уникальны и замечательны. Ну что ж, не будем тянуть? Я же говорила, что мы немного волшебники. И вот уже 3 декада июля, сегодня 23 июля, и мы хотим вам показать наши розы премиум коллекции, когда все розы находятся в цвету, в том числе и эти уникальные. Пойдемте посмотрим, что у нас получилось за эти месяцы. Вы только посмотрите, сколько роз есть в нашей коллекции. А также в этом году, как мы уже вам говорили, мы дополняем ассортимент наших роз премиум коллекцией. В чем же их особенность? На самом деле эти розы просто удивительные, вы только посмотрите на них. Это густомахровые розы с очень высоким тургором. Они спокойно переносят переезд, допустим, от дачи до города и не осыпятся по дороге. Вчера мы перевезли вот этот огромный букет наших роз на достаточно большое расстояние. Они провели в машине 1,5 часа без воды на огромной жаре, и им абсолютно ничего не случилось. Давайте же рассмотрим более подробно пару очень интересных сортов. В руках у меня просто роза удивительного сорта, который называется Дива. Это роза премиум коллекции как раз таки. Посмотрите на края ее лепестков. Они гофрированные, и одновременно с этим сама роза махровая. А когда вы смотрите на нее издалека, даже не можете понять, сколько здесь лепестков и заканчиваются ли они вообще. Эта роза невысокая, она в среднем достигает высоты 50-70 сантиметров. У нее такая необычная золотистая окраска, ее нельзя назвать желтой на самом деле. И она обладает очень тонким ароматом, что как раз таки будет людям, которые не переносят очень интенсивных ароматов. А вот интенсивность аромата можно оценить как раз на скорее 1 из 5, потому что он совсем не сильный, но очень легкий, тонкий и очень приятный. А вот второй сорт совершенно другой. Если Дива нежная и утонченная, то вот сорт Ампир совсем другой. Он как раз похож на стиль Ампира в архитектуре, так же, как и этот стиль исходит из классицизма. Казалось бы, что эта роза имеет классические корни. Безусловно, она яркой окраски, очень похожа на классическую розу, но это не так. Потому что у нее очень интенсивная окраска по краям, а к центру она становится чуть-чуть слабее и приобретает розовые оттенки, красноватые. Она имеет вид практически бархатный. Даже такое впечатление создается, что у нее листки совсем не настоящие. У нее их просто огромное количество. А также эта роза имеет очень интенсивный аромат, который можно оценить на 4,5 и даже 5. Он фруктовый, ярко-цветочный, и можно его характеризовать как аромат розы. Вот то, что вы понимаете под ароматом розы, это она и есть. У нее тоже очень высокий тургор, она очень долго не будет осыпаться. Вот этот экземпляр у нас уже отцветает, и даже сейчас он простоит еще довольно долго в букете. Еще хотелось бы отметить, что это роза букетного типа, и у нее просто огромное количество цветков всего лишь на одном стебле. Сейчас вы можете видеть 3 цветка в цвету, и один уже отцвел. Но на самом деле их бывает еще больше. Дорогие друзья, если вы хотите увидеть весь ассортимент наших роз, то обязательно переходите и подписывайтесь на наши социальные сети. Инстаграм, Одноклассники и ВКонтакте. И всем до встречи!